Добрый день, меня зовут Ольга Носикова, я практикующий психолог, кандидат наук, сертифицированный психодраматерапевт, автор и ведущий различных тренингов, тематических и психотерапевтических групп, преподаватель медитации, мастер рейки, член профессиональной арт-терапевтической лиги и счастливая жена. Я работаю в различных фундаментальных западных подходах, таких как психологическое консультирование, психоанализ, психодрама, гештальт-терапия, телесно-ориентированная терапия. А также я использую разные методики в арт-терапии, такие как мандала-терапия, сказка-терапия, метафорические ассоциативные карты, а также различные и рисуночные методики. Важную роль в моей жизни играет и ведическая психология, которая насчитывает уже более 5000 лет. И поэтому в своей деятельности я использую не только фундаментальные западные направления, а также и восточную психологию. Я работаю в качестве консультанта, даю рекомендации по здоровому образу жизни, использую йогу, работу с умом, с осознанностью, с телом, с дыханием. И особенное направление занимает работа с энергией, работа с рейки. Я веду частную практику, сотрудничаю с двумя московскими психологическими центрами, в Истре провожу индивидуальную консультацию, а также со мной можно связаться и по Skype. С большим удовольствием я провожу различные тренинги, в том числе и выездные семинары. Я в совершенстве владею немецким языком и сотрудничаю с Институтом психодрамы, социометрии, групповой психотерапии имени Якоба Леви и Морена в Германии и провожу также консультации на немецком языке. Ко мне обращаются разные люди. Это и семейные пары, и отдельные личности. Я работаю со взрослыми, и с подростками, и с детьми. Я работаю со здоровыми людьми, которые в данный момент жизни испытывают трудности. И эти трудности могут продолжаться долгое время. Таким образом, я работаю с разными направлениями. От отношений с самим собой до отношений с другими людьми и окружающим миром. Подробнее с темами вы можете ознакомиться на моем сайте. Целью моей жизни я считаю помогать людям поверить в себя, раскрыться в этой жизни всеми красками, быть честным самим собой, раскрыть свой потенциал и в конечном итоге повысить качество своей жизни. Моя роль в этом минимальна. Я просто направляю обратившихся с помощью тех методов, которыми владею сама. И я обучаю людей самостоятельно решать свои проблемы, самостоятельно находить выход из сложившихся ситуаций. Так что приходите ко мне на консультацию, и в процессе нашей консультации, в процессе нашей работы вы не только сможете решить проблемы, решить свои затруднения в различных сферах, но также научитесь быть более свободными, более счастливыми, более открытыми в этой жизни. Вы научитесь быть более творческими, а также научитесь быть в отношениях, которые дают вам спокойствие, которые дают вам близость, которые дают вам удовлетворение и радость. И уже после первой встречи вы сможете не только получить облегчение, вы его обязательно прочувствуете, но и вы получите ясность, вы получите понимание того, в чем же истинная причина вашей проблемы, в чем же истинная причина ваших затруднений. И мы сможем наметить уже первые шаги для решения возникших ситуаций. Жду вас на нашей встрече.